Полимер. Долгое время Азербайджан удовлетворял потребности в этом сырье за счет импорта. С запуском завода «Сокар Полимер», фундамент которого был заложен в 2015 году при участии президента Ильхама Алиева, в стране началось производство полипропилена и высокоплотного полиэтилена, в результате чего сформировались новые направления в этом сегменте промышленности. «Сокар Полимер» – первый за последние 40 лет проект подобного рода в нефтехимическом секторе Азербайджана, созданный в рамках государственно-частного партнерства. Он состоит из двух заводов – по производству полипропилена и высокоплотного полиэтилена с годовой мощностью 184 тысячи и 120 тысяч тонн соответственно. Наше предприятие является резидентом Сумгаитского химического промышленного парка и освобождено от некоторых налоговых и таможенных пошлин. Предприятие состоит из участков по производству полипропилена и высокоплотного полиэтилена. Общая производственная мощность заводов – 300 тысяч тонн в год. В 2023 году объем произведенной продукции составил около 240 тысяч тонн. Из них на долю полипропилена пришлось 153 тысячи тонн, а высокоплотного полиэтилена – 81 тысяча тонн. В целом, наша продукция ориентирована на экспорт, и более 95% поставляется на внешние рынки. Полипропилен, отправляемый с завода на продажу в виде гранул, широко используется как сырье в упаковочных материалах, текстиле, канцелярских товарах, автозапчастях, электроприборах и других промышленных отраслях. Высокоплотный полиэтилен используется при производстве разнообразной продукции, в том числе газовых, водопроводных и канализационных труб, выдерживающих высокое давление. На производственной установке «Азеркимия» пропилен отделяется от этиловых фракций и в виде сырья поступает на завод «Сокар Полимер». Здесь оно проходит через установки по очистке пропилена, отделяется от содержащей в ней влаги и легких газов и поступает в накопительные резервуары. Затем насосы транспортируют сырье в реакторы, где с помощью катализаторов и других добавок происходит реакция. Гомогенная масса передается в экструдер. Здесь полимер разрезается на мелкие гранулы и посредством компрессоров и бловеров отправляется на упаковку. Продукция «Сокар Полимер» соответствует самым высоким международным стандартам. Качество контролируется на всех этапах производственного процесса. На территории завода создан современный лабораторный комплекс для анализа проб сырья и готовой продукции. Эта лаборатория выполняет функцию контроля для обеспечения качества продукции обоих заводов. Здесь мы анализируем продукцию на основе методов и устройств в соответствии с мировыми стандартами, такими как ISO и ISTM. В нашу лабораторию периодически поступают образцы из обоих заводов. Анализируя их, мы помогаем оперативному отделу поддерживать высокое качество производства. Кроме этого, в лабораторию поступает конечный гомогенный продукт. Мы проводим анализы, основываясь на мировых стандартах ISO и ISTM. Только продукция, соответствующая мировым стандартам, получает сертификат, позволяющий вывести ее на продажу. Полипропилен экспортируется в 18 стран, а высокоплотный полиэтилен в 14 стран мира. Продукция «Сокар Полимер» имеет высокую конкурентоспособность как на внешнем, так и на внутреннем рынке. В соответствии с нашей стратегией мы начали с того, что вывели на рынок упрощенную продукцию. Сейчас производимая нами продукция стала достаточно сложной и высокомаржинальной. Стабильно высокое качество продукции и обеспечение удовлетворенности всех клиентов – приоритетные для нас факторы. Мы налаживаем прямые B2B отношения с заказчиками, что позволяет нам адаптировать продукцию под нужды клиентов. И в этом одно из наших преимуществ.
Цокарполимер вносит большой вклад в обеспечение занятости в стране. На предприятии работают 800 человек, 98% из которых – местные специалисты. Поскольку предприятие расположено в Сумгаите, при подборе кадров предпочтение отдается жителям этого города, особенно семьям участников войны и шахидов. Сотрудники регулярно проходят обучение за рубежом и приобретают самые актуальные технологические знания. Своей деятельностью Цокарполимер уделяет особое внимание охране здоровья, технике безопасности и защите окружающей среды, придерживаясь международных принципов экватора для минимизации экологического и социального воздействия. Вторичная переработка углеводородов исключает прямой выброс вредных веществ в атмосферу. Образующиеся в результате производства жидкие отходы обезвреживаются. Запуск завода «Цокарполимер» создал мультипликативный эффект в экономике и придал мощный импульс развитию промышленности в Азербайджане. Производимые компанией полимеры используются в качестве сырья при запуске новых отечественных предприятий, диверсифицируется производственная цепочка, создается большое число новых рабочих мест. Расширение промышленного сектора способствует росту национального дохода страны, обеспечению внутреннего производства и увеличению объема экспорта.